Всем привет! Вы смотрите канал Елена Евгений. Сегодня у нас на дворе начало августа, 2024 год. Пройдемся по рынку, сделаем обзор. Что на рынке, какие цены. Зашли мы со стороны Советской. Вот такие здесь построили сейчас крытые небольшие бутики. И вот дальше начинаются именно уже продуктовые лавки. Сейчас у нас пора огурцов. Ой, простите, арбузов. Смотрю на зеленые, говорю, огурцы. Арбузов, дынь, виноград. Причем персиком. Персики по 13. Отходит от косточки уже? А уже можно брать на закатку. Девочки, я по 15 их продавала, уже по 13. То, что осталось у меня. Они вкуснейшие. Перец 9. Капуста у нас вот уже как недели две. Очень мало на рынке капусты. 15-18 рублей килограмм. Поливаю уже, пошла полным ходом. Красивая помидорка. Ну, нормально. Мясистая такая, сочная. Картошка. Морковка 10. Сливка. Ну, да, мы такую сливу любим, она красивая, крупная. Анжелика. Да, красивая. 13. Наша тоже сладкая. Да? Ну, конечно. Чеснок. Молодой этого года. 8 рублей килограмм дыни. Хочется ее понюхать. А, пахнет дынькой. Сладкая. Сладкая девочка. Точно. Просто излишки дома. Вот огурчики. Поднялся цене, это 25. Огурцы, ну, в уже огурцы заканчиваются. Вот такую давай. 25. Кабачки такие. 8. Ладно, пусть будет. Я думаю, что все сладкие. Сладкая. Да? Мелкая тоже сладкая. Покрупнее такая пулька. 12 рублей. Перец есть, простите, и за 6, и по 10. Баклажаны по 7 рублей. Вот такая желтая и розовая помидора по 18 рублей. А кабачок ваш почем? 7 рублей. Почем арбуз? Почем арбуз, зигиска? 4 рубля, да? А дынька? 11. Тоже гиска? Дыня? Да? Не круглая, а овальная. О, персик какой красивый. Ну да, там по 13 нас встречали. Сейчас по 23 отборный. Здесь помельче, по 15. Еще мельче по 10 и по 7. Причем по 12 и 8. По 13 и по 8. 12, ага. Будет 30, ну, сейчас 3. 18 да, помидоров. Да, будьте дорогие. Поднялись в цене. Любой? Есть, да? 20 рублей килограмм. А какие сорты? Мускат какой? Ага, а этот? Ливия? Тут все по 20. Красиво. Откуда такой красивый виноград? Парканы? Это Андрей Первозванный. Андрей Первозванный называется? Можно пробовать? А почем виноград? Очень сладкий, попробовали прям. А, это сильно большая, да? Очень, не все больше. Это как ломай нам.
Ну, давай тут попа. Ой. Так, можно, да? 35. Вот такие мужчины интересные весы. Да, уже весы. Новые весы вот на рынке. На блютусе у парня. Там взвешивает, здесь показывает. Все окей. А сколько дальность? Ну, прошу. 100 метров? Спасибо. А почем персик инжирный? 35, 30 и 25. Красивый, прям крупный-крупный. Все, хорошего дня. Абрикоса ваша? 25. 25 крупнее и по 20 помельче. Груша. Такая красивая, прям как с картинки. А что за сорт это груши? Это у нас Санта-Мария. Санта-Мария? А какая она на вкус? Твердая, мягкая. Есть у вас порезанная, попробовать. Порезанная. Она такая красивая. Она еще вчера с дерева. Сейчас я там возьму. Очень сладкая. Она еще дойдет, она становится вот такая же вот, когда доходит. Вкусненькая, да? Мы туда ели? Нам одна половинка и одна целая. Пойдем 14. Лысые персики по 10 рублей. Помидора. Жирный поднялся сильно, смотрю. Да. Ну, а почем такая у вас помидорка желтая? Да нет, ее вот. А женщина забирает? Я не знаю. Я беру на 5. А почем? 17. 17 рублей. А где вы выращиваете кисканов, да? Пробуйте. Не персики, кисканы, да? Все, 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 вот это стол, все с кисканами. Давай. Спасибо, уже взяли виноград. Рынок богатый, глаза разбегаются. О, такая малая. Давайте я получу помидоры. А что это, суп какой-то новый? Смотрите, какая беленькая. Ну, такая она. А она не сладкая, да? Кисло-сладенькая. Для диабетиков, да? Ну, не сладко ли? Вот, кукуруза. Почему нынче кукуруза? Откуда кукуруза? Паркан. Вот тоже персики. Цены разные. Были и по 10, вот по 25 уже встретили. Дынечки вот такие. По 11. Персиков просто очень много. Вот такие разные сорта баклажан. По 10, по 15. На любой вкус. Говорит, что от косточки отходит. Я не хочу. Ну, сладкий. По 10 и по 12. Очень сладкий. Попробовали. Очень вкусные сладкие. На доверии даже работаете, да? Вот 10 рублей слива такая. В наше время... Персики с Фарладан. Мужчина приехал на рынок, торгует. А ежевичка ваша почем? 30. Забирайте, ребят. По 25 отдам. Я вас не обманул. Я вчера ее купил. Вот 25 рублей. Почем такой персик? Я пробую виноград. Такие сорта. Очень много. Перцы, смотри, с полей сколько привезли. Почем перец? 7. Любой на выбор. Взять персика, нет? Персика много, но не дешевый он.
Цена высокая. Ну, очень много. Ну, мы сейчас по 10 рублей очень вкусно взяли. Ну, да, да, сладко. Нет, косточки отходят. Откуда персик, хозяин? Парлодан. Парлодан. И вот с Парлодан много персика. И лысый тоже? Тоже. Тоже, это да. Это наши, часто. Сорт персика? Red Heaven. Red? Red Heaven. А лысый? Это на компот. Это итальянский сорт. Сильвер Джиган? Сильвер. Сильвер? Господи. В 21 веке живем. Еще 3 рубля. С Италии, с Испании. Так это хорошо. Ну да, вы, наверное... Не надо в Испанию, в Италию отправляться. Да, уже в Италии. Ага. А вы прививали здесь к обычному или нет? Как обычно. Я привез черешню с Италии. Короче, второй год, как будто всякие тоже. И за сколько лет вот этот итальянский вы вывели, чтобы уже продавать можно было? На третий год. На третий год уже все. Я понял. Я набрал быстро расту. Они глубоко не идут в корни. Они падают капли. Капельное решение. Да, я буду дома, сейчас покажу. Никого нет таких. Какой из этих? Мужчина вот показывает. Нет, свои. Уже прошел. А, это вы уже продали такой? Это была слива, да. Или персик? Нет, это персик. Вот, ну вот еще раз покажите. Вот видите, такой. Вот у нас там. И жирный почем? 30 было, а сейчас будет через неделю. Ага, камера не передает. Но на фотографии очень красиво все. Смотри как. Поля, да? Вот попали мы еще на рядок со сладостями. Конфетки. Конфеты Украина-Россия, да? Больше Россия, чем Украина. Да. Белоруссия тоже есть? Нету, да? Да что вы говорите? Да, поэтому и... До полкило. Ага. На рыбку еще зайдем. Скумбрия замороженная. Хек. Доброе утро, страна. О, привет. Доброе, доброе. Где вы пропадали? Я? О-о-о. А ты? Там тоже рыбу наловили? Конечно. С собой привезла. Селедочка. Скумбрия копченая. Все снимай. Такая красота. Все очень вкусно и аппетитно. Скуприя вот соленая. Что-то 2 недели было? Не было, я целый месяц. Ничего себе! Ставрида. Пряного посола. Ничего себе. Еще ты меня удиви, скажи, что тебе за отпуск оплатили. Оплатили. Так, мяско у нас дальше по плану. Жизнь или кошелек. А почем ваши ребрышки? 90 рублей килограмм. Ага. А такое почем? Девушка, а это почем у вас? 90. Тоже 90. 50. Ну, свининка тоже поднялась немножко в цене. А там не смотрел сало? Какие? Это хорошие. Полуфабрикаты. Курочка маринованная с блинами. 57 рублей килограмм. На шашлык цены нету. Голубцы и различные виды котлеток. Охлажденная курочка. Голени по 42, печень, бедро и крыло цена. Грудка 65. Корнецеи. Не дергай меня.
фарша чуть-чуть осталось. Разлетается просто. А почем печень? Девушка ваша? Почем ваша печень? Нет, почем, почем? 35 рублей. 35 рублей. Еще в один кулек. 35 рублей. Свежая. Ножки по 15. А это у вас что, телятина или свинина, да? Красивая такая, как телятинка молодая. Молоденькая. А, почем? 80 рублей. 80 рублей. Да, красивая. Сальце. По 10, по 20, по 40. Тут немножко с прослоечкой мясной. Почем телятина? Есть 140. Есть 120, и есть немножко 80. Красивая такая, сочная. И есть немножко 75. Ага, с косточкой там, да? Да, маленькая косточка. Вот такое, смотрите. Такое 80, а вот такое 75. Хорошо? Вот смотрите. Угу. 75 и 80. Будете... Телятинка. А что так мало у вас сегодня? Все продали. Почем шея? Шея будет. Уже конец рабочего дня. Укроп 8. Петрушка 4. По 5 рублей. Сейчас выберешь. Выберешь себе. Классно, я тебе говорю, а вот это попробуй по 5 рублей. Попробуй. Я знаю. Кардинал. Нет, все, ребята, что было. Ну, так вот, сейчас выберут у вас здесь. Вот мы выбираем. Все продал. Да, если хочешь, во вторник. Кардинал вообще шикарный. Так я и говорю, как выбирай. Перепокушай, если хочешь. Не надо начинать. 4. 5 рублей виноград. Да, остатки уже он отбьет. Ну так что? 5 рублей. Почем кизил? Почем кизил? 20. 25. Лоптом 20. А, оптом 20. Вот, ага. Вот это все? Нет, есть еще пару. Арбузы по 5. Яблочки летние. Креветка. Смотрите, какая огромная. Три. Вот мы берем обычно вот эту по 235, тоже очень вкусная, большая. Тебе надо молоко? 5 рублей килограмм. Какой большой. Шашлык, говорит. Да, шашлык. Каждые 2 дня с поля привозят. Ага. Ну, вау. Ой, аромат какой пошел. Он пробовал? И семечка. Красота. Небольшая, немного. Бери. Опа. Сейчас иду. Да, сладкий. Шикарный. А сочный какой. Сейчас попробуем. Да, вон она отрезала как раз. Обалдеть. Идите пробуйте. 5 рублей. Надо мне пробовать. Класс. Рекомендуем. Сейчас возьмем. Половинка большая. Они красавцы стоят. Да, на 26. Ну что, заканчиваем наш обзор. Пишите комментарии, ставьте лайки, ответим на любые вопросы. Всем пока-пока.